Да. Да ладно? Да. Только вчера все ваши выпуски смотрел. Молодцы, красавцы. Дайте наклеечку. А? Не, наклеечки не раздаем. Блин, ну хоть это, прилепите на окошко, сфотографируйте, я не против. На самом деле, ладно, шучу, я поеду. Да. Всего доброго, спасибо. День добрый, федерация, да, стоп-хам. Ребята, молодцы, бесспорно, чай не дадим, едем. Прям, да, мы очень благодарны, что вторым рядом прям под проводами не стояли, ребят, пожалуйста. Там дальше есть место, можете найти, попробуйте. Здравствуйте, девушка, федеральный проект стоп-хам. Вы припаркованы вторым рядом в троллейбусе. Здесь, видите, пробка собралась уже. И статит, кто ждет, и целый, как троллейбусы проехать по-вашему? Он же по вам не сможет проехать, правильно? Доброй ночи, федеральный проект стоп-хам. Вы не могли бы отъехать? Сейчас, Анечка, садится. Сейчас, 2 минуты, ребят, можно? Две минуты, можно? Посмотрите. Чуть-чуть, я понял, да, без вопросов. Вперед, отгони, сейчас они выходят. Они оделись, сейчас выходят. Вперед, да, давай. Спасибо вам. Вы просто так уедете? Нет, не уедете. Ну, сейчас, ехали. А вы припарковались? Федеральный проект стоп-хам. Не могли бы, пожалуйста, с третьего ряда машину? А ты кто такой? Я? Да, ты уполномочен, человек, там, работаешь где-то в органах, ты там... Нет. Милиционер. Я человек простой. Ты человек, да, я тебе за тебя рад. А если как я уеду, будет? Меня зарплата лишат, ты за меня заплатишь зарплату за моего начальника? Да. Ты стоп-хам, бля? Но заплатишь? Почему должны лишить зарплаты? Ну и вот я отъехал, мне сказали здесь стоять. Но это третий ряд. Да ему... Все, я с вами друг, долго разговариваю. Я тебя услышу. Да, но вы уберете свою все, машинку. Все, будь здоров. Вы уберете машинку, либо вы будете наклеить наклейку. Да, а если я тебе наклею наклейку? Тебе не эти твои хламоны, кто тебе не поможет? Подлей вам наклейку тогда. А я тебе бью, и дальше что? Ты вызываешь милицию? А ты что лезешь? Иди худи, Том. Не клей, я отъеду сейчас. Давайте отъезжайте. А ты иди худи. Так сложно быть культурным. Да. Доброй ночи, федеральный проект стоп-хам. Не могли бы, пожалуйста, убрать машину по парковке вторым рядом? Будем очень благодарны. Здравствуйте. Доброй ночи, федеральный проект стоп-хам. Не могли бы, пожалуйста, убрать машинку или вот припарковать? Я всегда мечтал вашу программу. Ну вот теперь попали. Красавчики! Наклею, подожди. Дай стоп-хам, дай его. По-братски, дай я наклею. А почему не клеите? Да потому что люди просят. Я не снимаю, но надо сказать ради бога. Покажи мне. А можете машинку брать, пожалуйста? Чушь, штана! Убери машину! Свой народный джаз! Справа отчаянно! Все, он убрал машину. Все? Да, спасибо большое. Ты скажи, что... Ну все. А это стоп-хам. Это наш человек. Саган, убери машину, он сейчас уберет машину. Пойдем дальше. Все, давайте, спасибо, ребята. Да. Да ладно? Да. Только вчера все ваши выпуски смотрел. Молодцы, красавцы. Дайте наклеечку. Не, наклеечки не раздаем. Блин, ну хоть это, прилепите на окошко, сфотографируйте, я не против. На самом деле, ладно, шучу, я поеду. Да. Всего доброго, спасибо.
День добрый, федерация. Да, стоп-хам. Ребят, молодцы, бесспорно, чай не дадим, не едем. Прям да, будем очень благодарны, что вторым рядом прям под проводами не стояли, ребят, пожалуйста. Там дальше есть место, можете найти, попробуйте. Здравствуйте, девушка, федеральный проект стоп-хам. Вы припаркованы вторым рядом в троллейбусе. Здесь, видите, пробка собралась уже. Стоит, кто ждет, и целый, как троллейбусы проехать по-вашему? Он же по вам не сможет проехать, правильно?